А что надо сказать, когда покушаешь? А что, дерево выросло? Собака пописила. Он заходит туда домой и спит. Но не спит. У тебя прыщ вылез. Он съел что-то и в нос воткнул. А еще и замотал. Всем привет. Что ты придумала? Мы сегодня снимаем не влог. Как, наверное, все подумали. Я что-то придумала. Вернее, ваши подписчики придумали. Они вас очень-очень-очень давно просят, чтобы мы сняли челлендж 24 часа. Не разговаривать. И общаться только жестами. Как? Ну как, да? Вообще будете молчать, ни одного слова. Я сегодня буду за главного. В общем, если вы что-то хотите сказать мне, вы объясняетесь, даже друг с другом тоже объясняетесь, только жестами. С папой. Ну, Каролина, Макс, они не смогут 24 часа общаться только жестами. Нет. Только разговаривать жестами, никаких листочков. Только жестами. Все? На счет три начинаем. Раз, два, три. И сегодня будет полная тишина. Как хорошо. Все? Приятного аппетита? А мне приятного аппетита. Мне тоже приятно. Спасибо, спасибо. Кушайте. Кушайте на здоровье. Если что-то хотите, спрашивайте. Я надеюсь, вас пойму. Неужели? Мне прям не верится, что сегодня будет тишина в доме. Мама! Какая классная идея. Мама! Только вот малышей будут слышно. Только у нас малыши будут разговаривать. Угу. Все, кушаем. На завтрак как раз. Все, что-нибудь тебе еще принести? Тебе что-нибудь еще принести? Нет? Вкусненько? Кто приготовил? Кто? Маргарита? Папа? Папа приготовил? Угу. Угу, папа молодец, завтрак приготовил. Хорошо. Маргарита, у тебя там есть попить? Да? Еще хочешь? Нет? Хорошо. А с чем папа сделал лимонад? А что это такое? А, с лимона. А еще там что есть? Водичка. Ага. Что? Что такое? Тебе челюсть свело, что ли? Что там еще есть? Сахар? А, лимон, вода и сахар. Получился лимонад, да? Ну так и говори. Все, покушали? А что надо сказать, когда покушаешь? Пожалуйста. Что, болит? Больно? Чего? Чего? Куда ты хочешь идти? Ничего не понимаю, ты на каком языке говоришь? Гулять? Куда ты хочешь идти гулять? В школу? На лыжах кататься? А на чем? Ты мне полы, что ли, моешь? На роликах. А, я думала, ты на лыжах. Потому что у нас снег выпал. На лыжах думала, хочешь кататься. Нет? В школу. На роликах. Правильно? Ага. А почему в школу? Там лучше, что ли? Это что? Папа, ты горилла, что ли? Ирина! Папа!
А мне? Упала. Так, что-то я не поняла. Что ты делаешь? Ты шнурочки завязываешь? Ты обулась и пошла. Дальше что? Ага. Поняла. На роликах. На роликах кататься. Хорошо, идите. Идите кататься на роликах. Что надо сказать? Как? Китаянка, что ли? Идите катайтесь на роликах. Я смотрю, вам скучно. У меня есть к вам предложение. Будут карточки. Вы будете доставать каждый по карточке, по очереди. Берете карточку, смотрите, что там нарисовано, и вы должны показать, что это. А я должна буду угадать. Понятно? Мы с ребятами будем угадывать. Так что, ребят, смотрите и тоже угадывайте. Показывай. Может быть, сначала покажешь, что это за предмет. Ты что-то готовишь? Да. Угу. Ты достаешь какую-то еду? Яичница? Правда? Ну, это просто. Я угадала. Молодец. Ты хорошо показываешь. Теперь ты давай. Кто, ребятки, угадали? Нет? Ставьте лайк, если угадали. Что? Давай-давай, показывай. Что-то сложное? Или не знаешь, как показать? Давай, ты должна постараться. У Ксюшки 1 балл, я угадала. Что это животное делает? Оно кушает, да? Что кушает? Что у нее на спине? Кто-то сидит? А что у нее там на спине? Проблемы? Спина болит? Нет? Угу, какие-то горы на спине. Горгорб? Ну, это на спине находится. Верблюд? Да? Маргарита получает 1 балл. Теперь папа. Угу. Да, папа должен взять карточку. Давай, показывай. Ну-ка, ребят, угадываем, что папа покажет. Ага. Это что такое? Какие-то кругляшочки? Круглая, еще круглая. Еще большое круглое. Ага. Тебе холодно? Тенес фрио? Папе холодно. А, это значит что-то со снегом. А, кролик. Куда ты втыкаешь? Съел кролика? Нос. Съел нос. Он куда-то нос втыкает? Что там? Причем там кролик? Ксюша, ага, голова, туловище, он съел что-то и в нос воткнул, а еще и замотал, просверлил дырки. Я поняла, что это, ребят, вы поняли, что это такое? Это снеговик. Ой, прикольно, не могу вообще. Ты ложкой кушаешь? Нет. Вилкой. Вилкой кушаешь? А, это вилка! Ты должна показать хотя бы, что у нее там зуб, 3 зубца, или вот так вот хотя бы. Вилку-то надо было показать прям пальцами. 2-1-1. Что-то очень смешное. Давай. Так, то опять животное? Это какой-то хомячок?
Это маленький кузнечик. Это божья коровка. Ну, по маленькая дюймовочка, что ли? А кто? Ну, блин, их много маленьких. Он так вот... Таракан. Паук. Маленький-маленький. Клоп. Блоха. Он бегает по земле, он живет на улице, он живет в какой-то домике, да? Домик, что там еще? Он заходит туда домой и спит. Но не спит. Он заходит домой, спит, но не спит. А он не спит. У него домик такой большой, он заходит домой и там живет. А, не спит муравей? Муравей и муравьи не спят, угадала. Пап, самое смешное будет сейчас. У кого лучшее актерское мастерство? Эльфелева башня. Париж? Так. Ага. На шее что-то. Это какое-то... А что, это дерево выросло? Собака пописила. Кусается еще кто-то. А при чем здесь башня, понять не могу. Это вместо головы башня растет? Это что-то вообще другое, я не могу. Это... Ребята, вы догадались, что это такое? Это что, жираф? Да! Вот надо было сразу так показывать. Нет, башню какую-то поставил, не поняла, зачем башня это. Давай, Ксюша. Это ветерок? Листочек с дерева упал. А, ты там... Бабочка летит. Ты дверь открыла и зашла. Что это такое? Так, большое такое. Угу. Ты открываешь дверь, заходишь туда, берешь наушники, садишься за руль. Понятно. Я поняла, ребят, вы поняли, что это такое? Это вертолет. Давайте, надеюсь, не животное у тебя там опять. Не животное? Опять животное, да что такое? Так, опять поползла куда-то. Что, тебе плохо? У тебя прыщ вылез? Ты... Что-то у тебя на лбу выросло. Угу. У тебя рог? Ты носорог? Нет? А кто ты? Носорог вот такой у нас... Ты полетела? А кто умеет летать еще и с рогом? Это разве животное такое? Ты? Это что, единорог что ли? А почему у него крылья? А у него нет крыльев, вы что? Ну ладно, единорог. Она показала, что он летает. Папа ведет сейчас букашку какую-нибудь показывает, наверное. Так. Место нужно. Ну, на чем-то скачет он. Лошадка. Спит лошадка. Сонная лошадка проснулась, наделась и пошла спать. А потом поскакала. И потом опять спать пошла. Потом что-то там себе нарисовала. На футболке, одела штаны и спать легла. Дальше что? Лошадь. Ну, лошадка поскакала, потом пришла за решеткой. Лошадка села в тюрьму. Почему лошадка в тюрьму села? А? Оделся и спать лег. Это зебра? Так, я-то думаю, какая лошадь переодевается, спать ложится. Понятно, лошадь в пижаме, зебра.
Девочки, уже время спать. Спать, 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 спать. Что? 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 Что ты мне показываешь? Пять пальчиков? Раз, два, три, четыре, пять. Пять. Тебе 5 лет? 5 минут. 5 минут? А что ты смотришь? Музыку слушаешь? Хорошо, 5 минут даю. Да. Ты играешь? Во что? В Roblox? Нет. Все, даю 5 минут и спать. Все, ну что, ребят, на сегодня заканчивается наш челлендж. Давайте прощаться. Что? Ставьте лайк. Да. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем пока. Все, пока. Пока. Okay. Все, пока, всем пока, ребята.